Всех приветствую. Сегодня покажу собор Хальберштадт, Германия, построенный, как ни странно, тоже в 13 веке. Собор Магдебурга тоже 13 век. Посмотрел еще собор Кёльна, тоже начал строиться в 13 веке. В общем, там получается одна часть Германии воюет с Италией, другая часть строит соборы. В общем, немножко как-то интересно. Ну, давайте посмотрим. Поехали. Собор периодически реставрируется, к сожалению, вот с другой стороны, по-моему, с этой стороны, не помню, смотрел там, приглядывался, вот эти все, то, что обновления, они немножко уже, конечно, качество у них другое, то есть древние, они намного лучше выглядят, чем нынешние. Часто я встречаю, вижу то там, то тут, то на античных зданиях, то на соборах. Меня больше интересует вопрос, почему вот в эти башни не пускают. Ну, сделали бы платный вход дополнительно, там 2-5 евро, думаю, много было бы желающих зайти туда и посмотреть, во-первых, вид с высоты, во-вторых, как это все было сделано изнутри. Думаю, многим это интересно. Здесь далее видно, я уже показывал, правая сторона. Земля гораздо выше, чем само сооружение. Дальше еще будет видно, на какой глубине двери. Вот это здание напротив тоже не менее интересное. Выглядит как античное. И также с земли выглядывают самую малость окна. И далее еще есть желтое здание, это на сегодняшний день почта, там такие же окна выглядывают с земли. В общем, честно говоря, таких домов я очень много могу показывать, хоть каждый день. А вот здесь эти двери виднеются, сейчас я позже еще опущу камеру, еще раз будет видно. Этот собор, конечно, не такой беленький, как в Магдебурге. Магдебург, конечно, город большой. И вот здесь мы видим двери. Вообще, всегда обращаю на двери внимание. И вижу двери. Одни очень чересчур высокие, буквально там 4-5 метров. Другие где-то 1,5 метра. Все разные двери. Я, конечно, еще поснимаю немножко тут. Есть интересные двери как-нибудь именно
сделаю акцент на этих дверях. Часто обращаю внимание вот на эти вот колонны. Надо бы какого-нибудь инженера-строителя спросить, какие ему надо знания для того, чтобы рассчитать вес, который на нее будет давить сверху, вот эти камни. Я думаю, там очень много тонн. И какой должна быть толщины колонна, с какого камня, какой камень в состоянии, сколько выдержит. Если это известняк, то сколько он вообще может выдержать. Это хороший вопрос. В 13 веке, судя по всему, эти знания были. Также я показывал Квэдлинбург, там колонны гораздо тоньше, а камней намного больше. Там, по-моему, и камень был другой на колоннах. Гигантскую просто.
просто дверь для каких-то гигантов-великанов. Одна единственная здесь такая дверь, а остальные все гораздо ниже. Есть средние, есть совсем низкие, дальше буду показывать совсем маленькую для низкорослых людей. Мрамора, по крайней мере, очень похожи. Все остальное сложно сказать. Внутри помещения очень сильно темно. Камера вот показывает. Сильно освещает это дело. Я смотрел на фотографиях, и там много, очень много известняка. В общем, либо ее так реставрировали с остатков. Сложно сказать, тем более она висит вот пола метра так два, если не выше, поэтому разглядывать довольно сложновато. Ставили. Ну, понятно, в общем-то, церковь же, как церковь без органа. На этом, пожалуй, все. Всем пока.